Уважаемые друзья, партнеры, уважаемые гости, новички, я вас всех приветствую и очень рад, что сейчас, сегодня мне удастся вам дать очень крутую информацию по тому, как уже пользоваться непосредственно самой системой Globox Web, как быстро запускать эту систему, чтобы вы получали здесь отличные финансовые результаты, и покажу изнутри, как работает продукт, чтобы вы получали уже бесплатный трафик на свои странички, на свои интернет-ресурсы, и чтобы у вас был такой микс, то есть вы зарабатываете, выходите на пассив, и плюс еще на лайте продвигаете абсолютно любые проекты, бизнесы. Вот эту историю я вам хочу показать, запись включена, и прежде чем мы продолжим, ребята, я представлюсь, меня зовут Алтай Алим, мне 53, в прошлом профессиональный военный, больше 20 лет онлайн-бизнеса с Китаем. В 2019 году, когда началась ковидная история, решил все-таки параллельно заниматься еще в онлайне, и эта история мне очень зашла. Строю большие структуры, результаты с момента старта, в принципе, хорошие, потому что есть определенный опыт, и вот этими всеми результатами, всем опытом готов с вами делиться постоянно, много. И, ребята, мы начинаем. Вчера, к сожалению, в самый разгар вырубили свет во всем районе, город миллионник, и вот именно в нашем районе вчера вырубили свет, ребята, я приношу извинения, поэтому тренинг «Быстрый старт» по Globox Web я не смог вчера закончить, поэтому прежде чем мы пойдем, поставьте десяточки, что меня видно и слышно, самое главное, что видно слайды, десяточки, поставьте в чат, ребята, и мы зажгем. Супер, отлично, замечательно. Я надеюсь, у вас хорошее настроение. Что от вас нужно, ребята? От вас нужно хорошее, отличное настроение, позитив. Настройтесь на волну, получать информацию, сразу фиксировать, записывать. И возьмите, ребята, кофе, чай, сок, печеньки, чтобы у вас в ближайший час, мы будем работать ровно час, чтобы вас никто не отвлекал, потому что информация просто вот прямо вот сейчас за 10 минут до эфира записал крайние слайды уже, прям быстро-быстро, с пылу с жару. Поэтому, ребята, все, погнали. И мы начинаем, конечно же, с тренинга «Быстрый старт Globox Web». Эта история 18 дней назад, я о ней узнал. И быстрый запуск мне показал Олег Григорьевич Пермяков. Легенда в MLM-бизнесе, человек, заработавший не 1 миллион долларов в этой индустрии, профессионал своего дела. И он мне показал простые вещи, их всего 5 шагов. И когда вы эти 5 шагов будете повторять, у вас результат будет. У вас такой же результат будет, как у меня. Первый день там, $50, $100, потом 200, потом вот позавчера я записал видео на 15 дней $1400. Такие результаты будут у каждого из вас, если вы не будете изобретать велосипед. Если вы сделаете то, что работает. А я вам буду показывать дальше, что работает, что проверено, что дает шикарные результаты. Потом, когда заработаете свои там, 500, 1000, 2, 5 тысяч долларов, можете заниматься самодеятельностью, можете уже кастомизировать, можете делать воронки, боты, можете автоматизацию какую-то включать. Но до этого момента, ребята, я вам запрещаю что-либо менять в этой системе, потому что это система от долларового миллионера в MLM-бизнесе Олега Григорьевича Пермякова. Итак, ребята, первый шаг, что нужно сделать? Это, конечно же, список контактов. Вам нужно будет обязательно минимум 50 контактов, но желательно 100. У вас огромное количество контактов в Инстаграме, в Фейсбуке, в Ватсапе, в Телеграме. Вам нужно минимум 100 контактов выписать на А4. Блокнот выписали. Как только вы пишете список, вам будут приходить новые идеи. Да, то есть вот вы будете пополнять этот список, и эти люди каким-то образом начнут появляться в вашей жизни. Я не знаю, как это работает, но это так работает. Следующий момент, когда вы по списку будете отправлять в дальнейшем касание, делать, отправлять информацию, эти люди будут лояльно воспринимать любую вашу информацию. Это тоже работает каким-то непонятным магическим образом, поэтому список – это база, список – это фундамент. Без списка мы ничего не делаем. Поэтому первым делом делаем список «Теплый круг». Это не обязательно ваши родные и близкие, там, или одноклассники, или с кем вы были в детском саду на горшке. Нет. Вы, слава богу, в интернете не первый день. У вас минимум там 200, 300, 500, даже 1000 контактов есть в телефоне, в соцсетях, в мессенджерах. Все подряд делаем список. Следующий момент, ребята, шаг номер 2. Отправляем смс-ку, волшебную смс-ку, которую дал мне Олег Григорьевич, как пример. Я ее немножко поменял, но, в принципе, она работает. Она работает у всех абсолютно, потому что она затрагивает основные триггеры психологии любого человека.
И отправляем эту смс по всему списку. Не смотрим, я тому отправлю, он крутой, а этому это неинтересно, он вообще как бы супер, там, купер богатый, там, или ему некогда. Нет, не выбираем, не принимайте решения за людей. По всему списку отправляем смс-ку. Следующий пример смс-ки. Например, Айслу, добрый день, привет, у меня к тебе есть разговор. Если можешь поговорить на 5-10 минут, нужно показать важную информацию очень срочно. Или проговариваете это голосовое, отправляете, или же пишете смс-ку. В смс-ке должен быть дедлайн, важность, интрига. Вот эти три вещи. Все, отправляем по всему списку и просто ждем. Запустили, закинули удочки и просто ждете, больше ничего не делаете. Следующий момент, на вас начнут выходить ребята, говорить: привет, Алтай, Айслу, Женя, Алексей, как дела, что нового, да? И вы просто говорите: слушай, блин, некогда, да? Делайте дедлайн по времени, занятость такая вот, да, и в голосе это должно чувствоваться, кипяток, движ, паришь, короче. Я тебе сейчас скину 8-минутный ролик, обязательно посмотри, если понравится, дай знать. Я тебе покажу, как мы вместе на этой истории заработаем. Если нет, тоже нормально, как бы, давай будем на связи, остаемся друзьями. Все, положили трубку. Про бизнес, Globox Web, про сокращение ссылок ничего не говорите, ни слова вообще. Просто ваша задача продать этот 8-минутный ролик. Все. Точка. На вас будут выходить в течение часа, в течение 5 дней. До сих пор выходят на меня люди, которым я отправил неделю назад сообщение. Кто-то занят, кто-то не заметил в ленте, кто-то в командировке. Они выходят, и вы спокойненько общаетесь и отправляете. Ваша задача продать этот 8-минутный видеоролик, который записан маркетологами компании Globox Web и который озвучивал Олег Григорьевич Пермяков. Все. Первый шаг простой, все его могут сделать список. Второй – отправить текстовое сообщение, короткое, пример смс-ки. Третье – это порекомендовать посмотреть вот этот 8-минутный ролик. Следующее, что нужно сделать? Конечно же, вот этот ролик, он дает очень хорошую конверсию. Из моих рассылок, 10, из 10 человек, которые посмотрели этот ролик, 7 дают обратную связь. Они говорят: блин, прикольная тема, слушай. Да, классно, кто-то говорит, я в теме, кто-то говорит, это полная фигня. Неважно, у вас будет три варианта. Первый скажет: полная шняга, шляпа, неинтересно. Вторые скажут: ничего не понял, но классно, интересно. И третий скажет: мы в теме, я в теме. С первыми не работаем, со вторыми двумя категориями работаем. То есть дальше нагружаем информацию, даем презентацию наших спикеров, которые... Дайте тот контент, который вам понравился, что вас зацепило, мою презентацию Олега Григорьевича, других спикеров отдаете, нагружаете, как бы по кусочку больше информации даете, чтобы у него была полная мозаика уже. И, конечно же, обязательно пригласите на презентацию, которая проходит понедельник, среда и пятница. Обязательно приглашайте на презентацию. На презентации мы работаем как спикеры на вас, на ваши команды, на ваших партнеров, и мы даем полное видение этого бизнеса. Полностью. Сами ни в коем случае не рассказывайте. Нужно, чтобы партнер или посмотрел запись, если сильно занят, но желательно, чтобы пришел на презентацию. Продайте презентацию. И вот после презентации, когда все прошел или посмотрел запись, звоните и говорите: привет, Алексей, что тебе понравилось? После презентации или после просмотра видео, и все, ждем. То есть вы сразу задаете позитивный вектор: что тебе понравилось, Татьяна? И слушаем, больше ничего не говорим. И Татьяна говорит: а, мне понравилась эта идея, блин, классно, оказывается, да, оказывается, можно на ссылках зарабатывать, оказывается, можно к популярности блогеров прикрутить свою историю, да, и на этом зарабатывать, оказывается, цена вопроса $33, это почти бесплатно. То есть она сама себе или он сам себе рассказывает и сам себе продает эту историю, и потом ваше ключевое слово: хорошо, когда стартуем, когда регистрируемся, деньги есть на карте, все. И, в принципе, да, вы закрыли сделку. То есть вот таким вот образом получаете обратную связь, четвертый шаг. Да, интересно, даем полную презентацию, приглашаем, регистрируем партнера, закрываем. Закрываем сделку всегда. Не оставляйте на завтра. Потому что человек пойдет в интернет, будет спрашивать у родных, близких, да, и в какой-то момент он может потерять мотивацию, потерять интерес. Потому что самое первое решение, оно самое верное, как обычно нам подсказывает наша жизнь. А когда человек начинает уже сомневаться, двое-трое суток прошло, вы его обратно не сможете уже включить. Поэтому сразу по-теплому, по-горячему регистрируйте, включайте. И, конечно же, будут ребята, которые скажут: нет, неинтересно, некогда вообще,
отстань, да, не трогай меня, тоже нормально, тоже норм, они зайдут позже. Просто вам нужно будет что делать? Вам нужно отправлять чеки. У вас первый чек $5, $10, $30, $50, $200, $1000. Просто отправляйте чеки. Привет. Если он говорит нет, вы говорите, слушай, Алтай, можно тебе отправлять, да, дополнительную информацию по этой истории? Потому что я вижу в этом интерес, я в этом вижу как бы полезность не только для себя, но и для своих ребят из своего окружения. Если он говорит, да, просто раз в неделю, раз в две недели скидывайте чеки. Вот там, $500, $1000. Вопрос времени, когда он включится. Тем более, когда вы отправляете ваши ссылки, вы всегда их предварительно сокращаете. Любую ссылку с сегодняшнего дня вы сокращаете. Как только вы сократили ссылку, отправляете, выкладываете, вывешиваете в своих соцсетях, эта ссылка реферальная. Любая сокращенная ссылка, она является реферальной. Как только пользователь нажимает на эту кнопку, он сразу становится, система его запоминает, этот переход запоминает система, и 365 дней она хранит информацию о вас, как о пригласительной. И как только человек через месяц, через два, через полгода все-таки поймет, что эта тема рабочая, что она ему нужна, какие-то обстоятельства у него в жизни поменялись, ему срочно нужны деньги, он вспомнит, а, Татьяна же мне предлагала эту систему, он зайдет, он сразу становится вам в первую линию и активирует тариф сразу от первой линии, вы знаете, по маркетингу $10 вы получаете. А дальше, когда он начинает двигаться по 8 уровень, вы начинаете зарабатывать от $2 до $7, ребята, плюс бинарная история. Вот, вот такие вот простые шаги, ребята. Вот, в принципе, и пятый шаг, что вам нужно сделать, ребята, тотальная дубликация. То есть ваша задача сейчас вот на быстром, на коротком отрезке 4 партнеров подключить. Для того, чтобы в этом бизнесе состояться, вам нужно не 400, не 4000, а 4 активных партнеров. Дубликация на 8 уровней в глубину. У вас в структуре 85 тысяч партнеров, $500-2000 получите, распишитесь. Это так работает. 4 партнеров обучаем. Вот как я вас обучаю, как ваши наставники вас обучают, точно так же ваша задача очень быстро вот эту систему дубликации запустить. Сказать, слушай, не изобретай велосипед, вот есть система, быстренько, 4 партнеров. Эта система гарантированно дает 4 партнеров. 67 рассылок я сделал, 27 человек зашли ко мне в первую линию. Услышите, ребята? Вы 10 дадите, из 10 двое зайдут, 20 дадите, вот ваши 4-6 человек вам зайдут в первую линию. И дальше эту систему надо просто дублицировать, помогать. Желательно на вторую, третью, четвертую глубину это все повторили, и у вас все начинает получаться. Ваша задача, ваша зона ответственности 4 человека. И все. И нужно, чтобы эти 5 простых вещей ваши ребята повторили. Все просто. Understand, ребята? Поставьте, пожалуйста, друзья, поставьте, давайте, ну, напишите 7, что все понятно, что прям вот щелкнуло, да, что прям вот раз и включились вы. 7 накидайте, ребята. Все, все, супер, супер, супер. Ребята, вот она, простая система. Вот эта система не требует от вас заканчивать Оксфорд, не надо изобретать какую-то вакцину, которая спасет миллионы людей, не надо запускать шаттл в космос, да, это настолько простая система, и я очень благодарен Олегу Григорьевичу Пермякову, потому что он эту систему мне показал. И, ребята, вот как вы запускаете очень быстро бизнес и как вы очень быстро начинаете зарабатывать деньги. И пользуясь случаем, ребята, вот сейчас мы заканчиваем уже тренинг «Быстрый старт», первую часть мы заканчиваем. Через 17 апреля в 12 по Москве начинается легендарный спецтренинг Олега Григорьевича Пермякова. Он мой наставник в этом бизнесе, и он за 2 дня покажет вам очень-очень мощную историю, как в сетевом бизнесе, в MLM-бизнесе строить большие команды, строить структуры огромные, когда вы можете по 5, по 10 человек приглашать в свою первую линию, активировать их. Как этот бизнес строить быстро, как в этом бизнесе много зарабатывать и как от этого бизнеса получать кайф, как стать в этом бизнесе миллионером. Вот это тренинг начнется через 3 дня, 18 апреля. И вам что нужно сделать? Вам нужно сейчас зарегистрироваться, активировать тариф и пригласить в свою первую линию 4 человек. Это вход, это путевка, да, вот на этот тренинг. 4 активных партнера на $33 вы получаете доступ к этому легендарному тренингу Олега Григорьевича Пермякова. Данный тренинг, он проходит нечасто. Следующий тренинг, мы не знаем, когда он будет.
Но вот сейчас у вас есть возможность на этот тренинг, ребята, зайти. И по факту, ну, это вообще такая возможность почти бесплатно. $33, пригласили 4, получается, бесплатно. Вы получаете доступ к этому супер тренингу, который, пройдя который, многие сетевые ребята, лидеры, предприниматели стали миллионерами. Ребята, услышьте меня. Поэтому первую часть мы заканчиваем. Так, здорово, замечательно. И теперь, ребята, мы идем уже к второй части. Покажу, как работает сам продукт. Так, ребята, поставьте, пожалуйста, десяточку.